Яркий луч Mangoost LH085. Налобный фонарь с тремя источниками света, встроенным аккумулятором на 40 часов работы и зарядкой от USB. Фонарь поставляется в блистерной упаковке, на которую вынесены все ключевые характеристики модели. В комплекте прилагается налобное крепление и кабель microUSB для зарядки. Корпус фонаря выполнен из пластика двух цветов. Спереди фонарь оранжевый, сзади серый. Внешние размеры составляют 45 на 27 на 30 мм, а вес около 35 граммов. Спереди вынесены основной и дополнительные светодиоды. Сверху разместилась кнопка включения. Сбоку поворотное крепление с регулируемыми ремешками для крепления на голове. С тыльной стороны предусмотрена резиновая заглушка, которая защищает зарядный порт microUSB. Внутри установлен аккумулятор емкостью 680 мАч. Наконец, поговорим о режимах работы. Фонарь оснащен тремя светодиодами. Основной – CREE-XP-G2, мощностью 1 Вт и максимальной яркостью 85 люмен. Можно выбрать не только 100% мощности, но и 25 и даже 5%. Время работы на одном заряде составит 2, 8 и 40 часов соответственно. Второй светодиод установлен за маленьким рассеивателем и обеспечивает заполняющий свет. Рядом с ним смонтирован красный сигнальный светодиод, который может работать как в постоянном, так и в мигающем режиме. При его использовании время работы на одном заряде составит 60 часов.